Поздравить наших лауреатов мы приглашаем в специализированный класс предпрофессиональной подготовки правоохранительной направленности «АРПО Дети» и директора школы Елену Погнаеву. Поздравим вас сегодня мы, юны, задорны и ловки. Знаем точные слова, что тут сейчас нужны. Мы – дружный класс препрофессиональной подготовки. Мы – будущие правоохранители страны. В истории мира, в любой из эпох, закон был превыше всего, непременно. Не просто кадеты, мы дети АРПО, мы крепкая, юная смена. На страже закона ответственный труд. Работа мужская исконна, но также достойна. И с честью несут и женщины службы в погонах. В таможне и в следствии, ФАС и ГУФСИН, спецсвязь, МЧС, росгвардейцы. В службе любой, а какой ни спроси, нам есть на кого надеяться. Равняться есть на кого кадетам и девочкам в первую очередь. Мы тоже в серьезную форму одеты, мы ваши сестры и дочери. Хотим быть на вас похожи во всем. Хотим вас во всем быть достойными, что пройдена службу, в которой несет, жила и трудилась спокойно. И вас поздравляем, мы здесь и сейчас. В стихах говорим, а не в прозе. В честь вас сегодня фанфары звучат на премии «Щит и роза». Вас много надежных и очень красивых. Равняться на вас – это труд, не игра. И вами, конечно, гордится Россия. И славится Южный Урал! Елена Александровна, прошу вам слово. Большая честь и гордость для нас стоять на этой сцене и принимать участие в торжественной поздравлении, чествовании лучших женщин очень мужественной профессии. Мы благодарим генерального директора Челябинского регионального отделения Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации Сергея Борисовича Спиридонова за выбор и реализацию проекта «АРПО Дети» на базе школы 75. Ну что же, вот такие они, АРПО Дети! Ваши овации!